Привет, с вами Алексей, он же Crazy Life, и продолжаем проходить игру Dying Light. Я тут добежал до ближайшего убежища, соответственно, чтобы выполнить следующий квест. Так, следующий квест у нас дополнительный, надо пробраться на электростанцию и включить, соответственно, рубильник главный. Что ж, давайте попробуем это сделать. Ночью это сделать вообще, конечно, по хардкору. Но от нас это требует задания. Сделать это именно ночью. Что ж, будем пробовать. Так, давайте обойдем эту всю бодягу. Коктейли Молотова. Две штуки. Давайте попробуем крафтануть еще коктейли Молотова, если у нас, конечно, есть что крафтануть. Да, есть один всего лишь. Ну, хоть один, и то спасибо. Так, нам нужно туды. Но тут бродит какой-то этот зомбарь. Надо это сделать все по столсу. Да залазь ты. Не хочет залазить. Да ладно. Быстро меня уработали. Короче, так и не получилось сделать по стелсу. Что-то слишком их много. Так, надо попробовать. Как бы лучше это сделать-то? Как бы лучше это сделать? Я хочу просто пробежать там, попытаться. Но что-то мне так просто не дадут их. Там вообще их дохера. Может попытаться их подпалить часть? Там получается между этой херовиной и тем зданием, которое мне нужно, забор еще. Вон там забор начинается. Так, давайте тогда сделаем так вот. Вот смотрите, там высокий забор. Куда мне не пробраться? Так, а тут вроде как забор заканчивается. А ну-ка, отвали от меня, собака. Это уже интересно. Опа. Аккуратно, аккуратно. Блин, он меня видит. Ну как видит? Он меня не видит пока что, но он меня может увидеть. Давайте попробуем пробежать. Спалил меня, нет? Да, спалил. Или нет? Короче, тут кипиш вообще жесткий сейчас. Они меня ищут. Да. Пытается запалить. Нет, не увидел. Хорошо. Давай, бинтуйся. Отвалите от меня, собаки. Держите коктейльчик там. Горите все, твари. Не знаю, вроде горят. Отвали, отвали. Держи коктейльчик. Я тоже горю. Но у меня зато есть бинтики. А у тебя ни хера нету. Да я вообще хардкорщик какой-то. Стою в огне в своем же причем. Ну и долго ты гореть-то будешь? Так, можешь попытаться вас чем-то... А, нет, у меня еще один коктейль Молотова. Ну их надо как-то убивать, их там до хера. Что ты дрожишь?
Вот, вы меня запалили. Вот, держи коктейльчик. Иди там, гори. Так, залазь-ка. Бинтуйся. Короче, давайте побежали. Побежали, 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 побежали. Нам надо в это здание. Закрой ты дверь, мать твою. Какой рубильник врубить? А-а-а! Рубильник, давай. О, нормалек. Они меня потеряли. Фу, вот это была жесть. Вообще хардкор, короче. Вы хоть жаритесь, там нет собаки. Фу, вот это была вообще адская жесть. Так, давайте фонарь вырубаем, короче. Так. И задание. Встретитесь с Джейд в вагоне. Все, идем к Джейд. Так, а можно же поверху полезти или нет? Нет, нельзя. Окей. Охренеть, сколько у вас там. Так, чик. Надеюсь, это долбёт. Оу. Чё у вас так много-то? Есть чё? Вот тут их до хера лута. Ну-ка, отвалите от меня. Я, наверное, туда не проникну, потому что там слишком много зомбарей. Они мне просто не дадут ничего оттуда взять. Так, ребятушки. У меня для вас есть... Чё у меня для вас есть? Ничего у меня для вас нету. Так, ну что-то же было вроде. Инвентарь. Простой молоток. Текс. Вышибало. Это не то, это не то. Не понял. Мне что, для вас даже ничего нет, чтобы отвлечь вас? Печалька. Ну ладно, в принципе, заморачиваться над тем, чтобы там что-то взять, не стоит. Потому что неизвестно, что там лежит, а так заморачиваться, чтобы... Давай, взорвись. Ох, ни хрена себе у тебя взрыв-то. Вот это поворот. Давай-ка полечись. Вот рвануло так рвануло. Так, тут пусто. Тут чё? Батарейка. Так, сундучок. Да чё за хрень-то? Ни хера нету. Это прям потеря-потерь какая-то. Ну-ка. Чё такое было? Чё-то мерцало ещё. Во-во-во, чё это такое? А, пустая труба. Теперь ясно. А в этом здании есть что-нибудь? Что-то вообще ни хера нету. Печалька, печалька. Да отвалите от меня, вы чё такие дерзкие? Слышь ты, спортсмен херов. Отвали от меня. Вообще безбашенный спортсмен. Так, надо немножко отойти. Давай не придуривайся, я знаю, что ты не умер. На тебя по щам. Ты, спортсмен. Все-таки слабая эта херня, но у нее урон вообще никакой. Да я тебя так до вечера буду ковырять.
еще третий приперся. Да ладно. На-ка. Выкуси-ка. 73 бакса. А что толку от этих 73 бакса? В магазине ни хера толком ничего не продается. Да сколько вас здесь, вообще не могу понять. Прете и прете, лезете и лезете. Ну-ка. Полезли наверх. Там что-то было. Так, тут что? Так, хорошо, покушай. О, алкоголь — это вообще путнее дело. То, что нужно для создания коктейля Молотова. Клинок. Так, холодильник. Во, нормалек. Хорошо. Так, а тут что-нибудь есть? Кроме мертвого зомбарика, ничего. Опять уже сломалось. Да что ж такое-то? Все ломается, все непрочное. Так, а эту я свою могу починить, которая палка-убивалка? Ингредиентов нету. Да печально. Это ж плевунка. Плевунка — это плохо. Плевунка — это нехорошо. Плевунка — это плохо. Блин, ингредиенты бы найти бы где для починочки. Груз отобрали. Конечно, отобрали. Так. Я тут по беспалеву, короче. По беспалеву хожу. Пока меня никто не видит. Так. 93 бакса. Кто чё разбил? Чувиха, ты же меня не видела. Какого хера? Ты живая? Кто бы сомневался, что живая. Так, там еще тут что-то было. А, там вторая уже ходит. Нет у меня возможности вас смочить. Реально нету. Нет у меня ингредиентов на починку. Так, тут что, в шкафу? А в шкафу у нас любовника нету. Ага. Любовник превратился в зомбаря и ушел. Ну или любовница. Хотя любовница же в шкафу не прячет, обычно любовников прячет. Так. Ага. Она разрушена уже, там ничего нету. Ой, зомбарик. И не видит. Не видит меня. А по столсу-то тут нельзя замочить. Нельзя. Плохо. Придумали бы, чтобы можно было по столсу мочить. Что, типа подкрался сзади, получи бонус там с одного удара вольни. Нет, нет такого. Так, они все с той стороны. Взлом легко. Ага. Ну-ка, открывай. Аптечки, отлично. Мне бы вот еще ингредиенты для починки найти, вообще было бы бомба. Конечно. Кто бы сомневался, что нельзя открыть. Кто бы сомневался, а я не буду. Как говорила моя одна знакомая. Так. А что ты, ты же допрыгнул. Что, зацепиться не мог? Вот, вот это другой разговор. Сейчас мы все равно найдем, как туда проникнуть, как туда забраться. Это же дело такое, дело техники. Тем более, что там куча какого-то лута. Надеюсь, в этом здании никого нет. Так, гвозди, кофе. Ты вообще на какой-то склад нарвался. Так, ага. Вот это, я так понимаю, вот так бы в каждом доме. А то что-то там бутылочка, все какого-нибудь алкоголя. И на этом все. Тут куча ящиков, куча лута. Это меня очень радует. Так,
изолента. Все равно ингредиентов нет. Молоточки тебе нужны для починки. Урон-то у нее неплохой, только вот ингредиентов нет. Так. В стиралке. В стиралке никто ничего не забыл. Ох, ни хрена себе, сколько всего. Алкоголь. Это какой-то ученый жил. По всей видимости, химик. Оружие сломано. Конечно, оно сломано. Конечно, куда мне? Зачем мне подчиненное оружие? Не надо мне этого всего. Мне надо сломанное оружие, и мне не нужно... Блин, я от этого мужика испугался. Вот меня таращит, вот меня плющит. Зачем мне подчиненное оружие, когда есть сломанное, пожалуйста. Так. Не, неплохо, я неплохо затарился. В принципе, тут даже жить можно легко. Все, есть. Так, зомбарик, я вылажу. Отвалите от меня. Так, а тут что? Есть что-нибудь интересное? Только поверху, если пойти. Так. Это что, безопасная зона? Ребятки. Хи-хи, ребятки. Ребятки, котятки, вы не будете стрелять. Это Крейн, right? Крейн the big shot. Крейн the superstar. You know what I think? I think Brecken blows your skills way out of proportion. И чего дальше? You want something, pal? Yes. It drives me up the wall that people consider you to be the best runner in the tower. It's always been me. Volkan, let's settle this once and for all. Show me what you've got, Crane. Prove you're faster than I am. Ой, боюсь. Не надо мне сейчас с тобой ничего какие-нибудь беготни устраивать. I got nothing to prove, but fine, let's do it. Так. Использовать кошку, доберитесь до трех отметок, отведенное время. Нет. I got nothing to prove, but fine, let's do it. А, это типа миссию брать? Не-не-не, мне это сейчас нахер не надо. Я вот лучше продамся, куплюсь что-нибудь. Так, где продамся, куплюсь? А, это не с вами. О, здорово. Так, что у тебя есть? Медный нож. Ага. Резной молот. Сюрикен жестянка. Давайте купим. Так, аптечка не нужна. Алкоголь, изолента, отмычка. Горючая жидкость. А чем она, интересно, отличается от... Так, чем бритва нужна как для бумаги, отдельно не используешь. Как можно наносить глубокие раны. Продать. Так, все я продавать не буду в любом случае. Потому что у меня еще сломаны, соответственно, свое основное оружие я сломал. Так, детали для сборки. Так, что там можно вообще пособирать? Сварщик, что это такое? А, это эти улучшения, ну его нахер. Крошитель тоже не надо. Аптечки, отмычки, взрыв пакеты не надо, ракетницы. Коктейли Молотова надо. Так, ну и пусть один останется пока. Так, давайте переночуем, потому что уже поздно. И, соответственно, нам еще отправляться на миссию. Так, началась ночь. А тут-то я и думаю. Короче, ночью, получается, автоматически сам фонарь включает. Так, раннее утро, и, в принципе, можно выдвигаться. Так, выход из безопасной, ага.
Оружие сломано. Конечно, оно сломано. Так, а я что, оружие не оставил никакого? Вот я даю. Получается так. Получается, что не оставил. Ох, ни хрена себе. Отвали. Чего за движуха такая с утра? Отвали, 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 отвали. С самого утра, короче, у них движняк тут. Туса на 5 с плюсом. Но мне такая туса совсем не нужна. А, так, там что-то есть. Вот там помимо чего-то, там еще и куча мобов. Оружие сломано. Конечно, сломано. У меня нет ингредиентов. Вот где доставать эти молоточки сраные? Хер его знает. Их же даже купить-то толком нельзя. Фигурка зомби. Зачем мне эти фигурки? Они вон вышел на улицу, тут и так полно зомбарей. Никаких фигурок не надо. Так. Батарейка, гвозди. Хорошо. Хорошо, хорошо, да ничего хорошего. А вот тут есть сундук, который открывается с отмычки. Который надо взломать. О, посуда зайти. Металлические детали. Да у меня их уже много, этих деталей. Нормально. Мне дайте лучше молоточки. Открываем с нож-крюк. А почему здесь молоточки есть, а тут их нету? Может, молоточки сменить его с помощью таб. А какой у тебя урон? Нож-крюк. Ну, кстати, более-менее, потому что я-то ходил вообще с какой-то балалайкой, который урон вообще маленький. Еще более-менее. Я понять не могу, почему вот этот можно починить оружие молоточками, а то нельзя, ведь. У меня что там молоточков нет. Да с собой свой. Эй, hey, something is going on at the school. Tyre's men have been hauling boxes out of that place for hours. We need to get a closer look. What's in the boxes? Good question. If it's Antizin, we need it. Зомби нигде нету. Аж удивительно. У них оружие есть, кстати, можно отобрать. Че их там всего двое или сколько человек? Это что, заложника ведут какого-то? Джейд, давай их мочканем всех. У меня коктейли Молотова есть. Так, они что, побег устроили? Да, они побег устроили. Охренеть. Чувачок, давай сюда забирайся. А сейчас, наверное, один из них пойдет его проверять. Уезжают. Ну это все, это уже труп. Хорошо. How many bandits are inside? I only saw the ones that went in after Tahir, but I'm sure there's more. We should use different entrances. We'll cover more ground, and we'll make less noise moving separately. Интересно, девки пляшут. Я даже не знаю, радоваться мне или нет, что у них есть винтовки. Так. Что-то вообще ни хера не видно. И там, походу, этот большой зомбарь. Или нет?
Где-то же я звуки зомбаря слышал. Хорошо, пройдемся чуть. Во, вообще плевун. Забраться, что ли, к нему наверх и дать ему по щам? Или пойти сюда? Там просто вон какой-то лут есть. Я, у меня просто, ну, я не могу успокоиться. Надо проверить, что за лут. Конечно! Конечно, надо упасть, разбиться нахер. Разбежаться, прыгнув со скалы. Так, что тут есть? Ага, записка какая-то. Записка. Все, что ли? Ну-ка. Кофе, пластик. Свою эту мотыгу починить все еще не могу. Хорошо. Ну как хорошо? Нехорошо, конечно, нихера. Но мы имеем то, что имеем. Блин, а тут как колючки. Мочкануть этого плевуна или нет? А то он сверху стоит, поплевывает без палева. И думает, что правильно делает. Короче. Не понял. А, во. Damn it, bolted shut. Jade, they've got this door sealed off from the inside. You got any alternatives? I remember playing here as a kid. There was a basement entrance at the back of the building. No harm in trying it. Чё, плевун, я иду к тебе. Когда я до тебя доберусь, ты получишь по щам. Откуда здесь другие зомби? Хе-хе, откуда, ребята, откуда вы здесь взялись? На крыше-то. Так, это... Хрена себе ты! Охренеть, я еще и умер! Так я ж вроде как отошел, ну или у него такое прям жесткое расстояние. Да, жесть. Прям печаль, беда. Так, это что такое за значок? Ну-ка. Are you Tolga and Fatine? Yes. How did you surmise that? Who cares how his ape brain processes information? We have a job for him. Quite right, Tolga. Remember, simple words only. Don't confuse him. We need to move some equipment across town. It's very heavy. How heavy? Too heavy for you, simian beast. Instead, we will propel it across the sky using heavy gauge zip lines. A brilliant idea, don't you think? That was my idea. No, it wasn't. Just tell me what you need. Well, hooks, obviously. How else can we hang the equipment off the lines? You will find them at the train yard warehouses. Does he know what a warehouse is? Probably not. Look it up, but be quick about it. This project is far more important than anything your proto-human cranial cogitator is capable of understanding. And don't try to figure out what it is. Oh, heavens, no! You'd give yourself an aneurysm. Блин, хороший языком чесать. Так, найдите вход в школу. Hey, you've been looking for a runner? Well, we're looking for one who will say yes instead of no. Jafar can... Короче, я диалог пропустил, походу опять тут поболтать любит. А, так, а торговца, я так понял, нету. Ладно. Давай, залазь сюда. Сюда. Так, что это такое? Ждать до вечера? А сколько время? Время еще нормально. Ну-ка, вылазь. Так, отправляемся туда. Опять в школу, короче. И ну ни хрена себе он тут взорвался-то. Я вроде как отошел, я не думал, что он настолько сильно взрывается. О, давай вылазь. Прям вообще трэша, короче. Свали от меня, собака. Бам, нахуй. Хэдшот. Тут пока добежишь, уже можно 40 раз умереть. Так. Бежим, бежим, бежим. Опа. Мне драться-то в принципе нельзя, потому что... потому что у меня оружия-то так, такового-то нету практически.
Так, ну тут не забраться, это понятно. Точнее, не забраться, а не зайти. Поэтому лезем наверх. Ты, наверное, здесь не сможешь залезть, да? Ну, окей. Окей, полезли обратно тогда, откуда мы начинали изначально. Ага, суды. Блин, тут уже плевун. Вали, 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 вали. Охренеть, он опять взорвался. Капец, он жизни отнимает. Закрывай. Охренеть. Жесть какая-то. Так, что тут у нас есть? Взлом трудно. Надеюсь, что-нибудь стоящее. Так. О. Так, 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 так. Подожди, подожди. Аккуратненько, аккуратненько. Ну где-то здесь же было. Чё ты мне паришь? О. Почти. Во, 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 во. Это другой разговор. Нож-крюк. Ну-ка, что за нож-крюк? Так это же, по-моему, тот же, что у меня. Да, это тот же, что у меня. Окей. Там, по-моему, уже кто-то ходит с обратной стороны. Но я же их типа не убивал. Так, там что-то было? А, это с той стороны. Все, в школу. Saw Tahir at the school. He and his men were hauling all kinds of stuff out of there. The hell are they up to? And the fucker executed some survivors right in front of us. Nearly saw us. Time to sneak into that building. I hope there's some antis in there somewhere. Закончил, да? Школа в трущобах. Братья и сестры. Видел Тахира в школе. Он и его люди вытаскивали наружу кучу всякого добра. Что они задумали? Хуже того, они казнили нескольких гражданских, хладнокровные убийцы. Теперь мне нужно как-то проникнуть внутрь и надеяться, что там есть антизин. Тебе больше всего надеяться на не то, что там есть антизин, а чтобы здесь не было всякой херни, типа... That's the most likely place for them to store supplies. They should be marked somehow. Military jargon is pretty straightforward, so it shouldn't be hard to notice. Я понял, короче. Я понял одно. Я понял то, что здесь есть военные, вооруженные, как говорят в фильме, пушками, из которых стреляют пули. А у меня что есть? А у меня есть крюк, который ни хера толком не может. Так. А как туда проникнуть? Мне вот просто интересно. Там же что-то было, по-моему. Или ничего там не было. Ладно. А сюда можно... О, так вот. Вот же, вот же. Все удивительное просто. Так, тогда я так понял, на первом этаже подсвечивается. Надеюсь, что меня не спалят. И надеюсь, что здесь будет не так жестенько. Потому что к огнестрельному оружию, вот чему к чему, а к этому я не готов. У меня есть винтовка, там 22 патрона, но... Но этого мало, я думаю. Так, тут есть зомбари, значит. Понял. А, это внизу объекты подсвечиваются. Теперь понял. Так, тут есть кто-нибудь? Орешки. Такс. Скелетон. Ха, здорово, братишка. Да, жестко тебе досталось. А что здесь написано? Да, сложно разобрать. О, детишки нарисовали домик. Девочка, собачка.
общем, все позитивно, все хорошо. Это зомби по-любому ломится. Кто как не зомби может ломиться? Так, это нам... Хорошо, надо сперва чекнуть, чтобы здесь никакого не было. Ну-ка, ну-ка, пни. По закону жанра... сигареты. По закону жанра... как всегда, вот из таких вот помещений, которые нельзя посмотреть, кто-нибудь вылазит. Сигаретки, сигаретки. Это школьники по-любому курили в школе, в туалете. И оставили алкоголь. И бухали еще тем более. Так. Нам по квесту сюда. Хрена себе тут. Так, давайте проверим, чтобы не стояли коктейли Молотова. Вот теперь я более-менее спокоен. Мне военных тут реально не хватало вообще вас. Мне так не хватало для прекрасной жизни еще военных. Где вы были, когда я тут по лесам, по полям бегаю, мочу зомбаков? Где они были? Сидели на военной базе, а сейчас вот выперлись и могут меня завалить легко. Легко и непринужденно. Так. 6 метров. А тут, тут ничего вроде нету. Окей. Охренеть, это что, трупы? Да, это трупы. Жесть. Ай, так, это все в другом месте. Давайте еще раз обсмотрим одно помещение. Меня очень волнует. Очень меня волнует. Так, еще раз посмотреть. Сюда нельзя. Сюда. А сюда можно. Нет, нельзя. Хорошо. И получается, сюда тоже нельзя. Теперь я спокоен. Тем более там зомбарь ломится. Так, помещение с трупами, короче. С трупами, я так понял, учеников, наверное. В общем, капец, комнатка. Хе-хе-хе, гори, чувачок. Понравилось гореть? У меня для вас много коктейлей Молотова. Ну-ка, 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 что за серп? Выключи чертову сигнализацию. Так подожди ты, не гоноши. Серп. Кстати, серп. А серп-то неплохая тема. Нож-крюк. Кстати... Он даже получше, получше, получше. Ну-ка, садовый серп. Ну-ка, вместо... Так, вот сделаю. Горите, чувачки! А второй что, стесняется гореть? Нет, вроде тоже горит. Отключите сигнализацию. Так, сейчас отключу, ты не парься. Вот там чувачка, только угомоню одного. Так. Надеюсь, не сильно надо спешить.
выключать сигнализацию. Давайте сперва вырубим тогда. А потом уже полутаем все. Все, отлично. Теперь возвращаемся. Что за звуки были? Ах ты, матрешка, матрешка. Гори. Ты не хочешь гореть? Да ладно, ты шутишь. Все ты хочешь, ты меня сгоришь. Вообще боевой парнишка. Так, ну что, давайте спокойненько посмотрим, что здесь есть, пока парнишка горит. Запекается в собственном соку. Так, это дверь. Это военные или это просто какие-то бандюги? Я понять не могу, потому что у них какие-то кирки, хирирки. В общем, всякая херня у них во вооружении, что не делает их, в принципе, ничем похожим на военных. Я думал, тут винтовки, херовки, монтировки. Так. Давай, здесь мне пулемет, миниган, дай-ка мне, вот в этом ящике. Ага, 20 здесь пулеметов. Ну я же, надо же фантазировать. Надеждой живем, надеждой живем. Надежда умирает последней. Так. А ведь, кстати, он мог тоже побежать и включить сиренку. Но он этого не сделал. И это меня радует. Так. Домашние припасы. Опа. Хрена себе. Вы шутники, мать вашу. Да ладно. Вот этого поворота я не ожидал. Опять туалет, опять какая-то херня, как я уже и говорил, по законам жанра. Так, лут. Мне дают все, что угодно, все, что нужно мне для лута, кроме того, чтобы я лишь бы не чинил свое основное оружие. Где оно, кстати? Вот же оно. И опять его не могу починить. Зачем мне его чинить? Конечно, мне его чинить не надо. Так. Гори-ка, чувачок. А мне его надо было, интересно, вообще поджигать-то или нет? Или это свой? Не знаю. Он горел белым, типа, но белый это вроде когда это... типа, когда еще человек вас не запалил, враг. Поэтому я лучше его спалю, подожгу, а потом уже буду задавать вопросы. Хорошая тактика. Железная. Так. Что тут у тебя есть? Угу. Так, 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 так. А что за... Так, давайте перебинтуемся и попробуем сюда проникнуть. Походу придется через огонек это делать. Вообще что-то есть интересное? Есть $5 и металлическая что-то там херня. Бечевка. Окей. Да ладно, я ради вот этой херни лазил через огонь и воду и медные трубы. Не понял, а что я сюда зашел? А это типа может то, что наверх типа поднимись. Да, это так и есть. А стрелочки наверх-то не было. Опа. Ну гори. Раз такой расклад. А кто его так выпнул-то, понять не могу. Там, наверное, может опять эти козлодои военные. Ну как военные? Ребят, вас двое, так горите тогда уже вдвоем. Мы с Тамарой ходим парой и будете умирать вместе. Вот нормалек. Значит, тут уже зомбари есть. Окей, будем знать. Так, давайте посмотрим, что там по крафту. Так, не сюда. Коктейли Молотова. Окей.
Окей. И еще один. Окей. И сколько у них стало? Ну-ка. О, 23 штучки. Это вообще нормалечек. Это отлично. Это то, что нужно. Так, сюда нельзя. Тут что есть? О, шкафчик открывай. Бичевка. Для настоящих бичей, да? Отмычка. Ну, с отмычками у меня тоже все отлично. А, косметика. Я прошаренный тип. Сейчас что-то вылезет. Вот отсюда, например. Да ладно, ничего не вылезет. Да я просто в растерянности. Там нет зомбарика, нет. Сигареты. У меня туалетов вообще во всех хоррор-играх ничего хорошего нету. Там, как всегда, заходишь, и какая-нибудь херня начинается. Я просто всегда это знал. Так, там кто-то матерится. Гори, чувачок. Гори, 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 гори. Иди сюда. Новые чувачки, идите сюда. У меня для вас, для всех хватит огонька. Всем прикурить дам. Столпились, не хотят сюда заходить. А нет, вот смотри-ка, подошел. Ну, гори тогда. Нет, он хитренький. Let's do this. Давай, Дудис, заходи сюда. Все, я вам будет, вам Дудис тут. Свежей прожарки, да? Сейчас она догорит и тут вот успокоится. Ребятушки, ну-ка. Гори, 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 гори. Гори. Кстати, надо перебинтоваться на всякий случай. Лишним точно не будет. И посмотреть пока что. О, так тут по луту вообще неплохо. Такс, отмычка. Ребятушки, что ж вы так разбежались-то? Вы ж вроде заходить хотели. Ладно, они, видать, передумали. Хорошо. А как ты думал? Ты думал отстояться, отсидеться? Не, так не получится. Со мной такие фокусы не прокатят. Так, это все в другом помещении. Ну, не хочет открывать. Да ладно. Ты живой? Он горит красным. Он что, живой реально? Чувак, да ты просто Франкенштейн какой-то. Такс, 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 такс. Удерживайте. Ага. Ага. Баксики. А вот, 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 еще один побежал. Все. И последний. На прожарочку. Так, у нас что-то зелененькое горит. Инвентарь заполнен. Да ладно. Неужели он заполнен? Давайте посмотрим, что там. Газовая труба. Газовая труба, которую можно разобрать. В принципе-то, почему бы и нет. Она дерьмовая, слабенькая, в общем, беспонтовая. Дубиночка с гвоздями, которую тоже можно разобрать. Все, нормалек. Ну, бери. Бери серпок. Так, мне бы вот додуматься, как вот эту херовину чинить. Почему я не могу? А, кувалда. А при разборе кувалды что мы получаем? Так, разобрать Z. А, металлические детали. Мне их до хера. А если это раз... Так, стоп. Стоп, 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 стоп. А, грубый клевец. Ну-ка давайте попробуем разобрать.
Металлические детали. Ага. А тут тоже металлические детали. И тут металлические детали. Везде детали, что ли? Да ладно. Не смеши меня. Конечно. Дубинка с гвоздями. Разбираем. Окей. Такая музыка. Я просто фигею с вас. Такс. А что там по оружию? Ну что ты? Давай открывай. О. Можешь, когда хочешь. Обыщите помещение. А давайте. Блин, я даже не знаю, что лучше сделать. А, тут обыскать помещение. Или дальше двинуть. А что тут обыскивать-то? Нихера нету. А, точно, в этих же коробках может быть препарат. Джейд, no luck with any antizin. Looks like we'll have to talk about that other option. I still have classroom C to search, though. The basement's pretty big. Find the key. I'll meet you down there. Так, помещение обыскал. Дальше что? Найдите ключ от подвала. Ну, давайте поищем. Хе-хе! Ключ найден. А, мне так и так сюда, все равно сюда идти. Гори. Гори, 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 гори. А то ишь какая резкая, дерзкая. Хотела меня напугать. Нетушки. Со мной такие номера не прокатывают. У меня на любой... Оу, а ты чё в окно-то не кинул? У меня на любое действие есть свое противодействие. Так, ладно, я не буду пока коктейли Молотова тратить, потому что там... А может быть и нет больше зомбарей. Такс. Сейчас я по кругу так пройду. Хотя ладно, тут пусть пока прогорает все эта херня, я сюда зайду пока. Такс. Зачем мне эти баксы, доллары? Ни хера все равно на них не купишь толком. Прогорай, прогорай. Не, они вообще простые. Починить свое оружие я не могу, а зомбарей, значит, валить могу. Так, с... гитарка семиструнная. Ты чё тут встал? Охренеть. Я еще такой стою, смотрю, думаю, кто это? Охренеть. Стоит такой без палева, типа, здорово. Все нормалек. По-любому где-нибудь зомбарики еще есть. Я это прям как чувствую. Сейчас что-нибудь встанет, что-нибудь задергается. Так, 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 так. А тут что? Сигареты. Да на кой хер мне сигареты, ребят? Дайте мне лучше ингредиенты для починки. Опять сигареты. Зомби-куряга был. Очень заядлый. И любил курнуть. Так, тут ничего. Ага. Нихуя-то резкий. Это еще и взрывной был. Чувачок. 17 баксов. Так, сколько у меня там осталось коктейлей-то уже? 9 штук, ладно. Будем побережливее немножко использовать их. Весело. Весело искрится. Так. Ну, надо здесь что-нибудь обсмотреть, посмотреть. Здесь наверняка что-нибудь полезное будет. Удерживай титул. Я удерживаю.
Так. Хм. А тут я, может быть, был уже. Что-то с помещение знакомое. Ладно, лады. Так, а как туда проникнуть-то? А, нельзя, типа. Хорошо. Тогда отправляемся дальше. Ключики открываем. Так. Вот мне еще воды здесь не хватало. Вон зомбарь ползет. Ты откуда взялся, сволочь? Нате, горите, собаки. Откуда они взялись вообще? Они походу сверху прибежали каким-то образом. Каким-то непонятным для меня образом они прибежали сверху. Давайте, прогорайте уже. Кстати, надо перебинтоваться, а то хп мало. Какая-нибудь собака опять выскочит резко. Вот тут живая херня. О! А теперь уже не живая. Бам! Вообще стоило тратить на него, интересно, коктейль Молотова. Он же все равно так и так взорвался. Ладно, чем? Вот на чем на монстрах я не экономлю. Так. Вот это весело уже. А тут вообще никого нет. Странно. Тут закрыто. Ну все, остается нам только сюда. Какая-то душевая, что ли? Give me a hand here, would you? Yeah, sure. Бам. God, Crane, you're such an old. Why don't you just stick your head out the door and shout, "Here we are, come get us"? Hey, sometimes there's nothing wrong with a direct approach. Holy shit. Что это? Оружие? Динамит? That's plastic explosives, right? О, нормалек. Сюда кто-то идет. Alright, listen, you take this stuff and get back to the tower. I'll deal with these assholes. Сейчас она... We'll fight them together. Вот, правильно. Разберемся вдвоем. Сейчас она, как всегда, возьмет и просто исчезнет. А я тут должен разгребать все один. Promise me you won't let Rahim near that height. What? Yeah, of course. I promise. Just go. Так, а что разбираться? Уходи вместе с ней. Какого хера ты? Какого хера ты здесь решил остаться-то? Какой вообще резон тут оставаться? Пошел бы вместе с ней спокойно. Нет, надо приключения на жопу свою искать. Горите оба, ребятушки. Да. Гори. Гори и больше не кипиши. Удерживайте. Что это было? Ты что, выжил? Хрена себе ты, живучая скотина. Выжил он, ишь какой. Так, инвентарь заполнен. Заполнен, говорите, давайте что-нибудь разберем. Так. Что тут можно разобрать-то, в принципе? Все просто годное для продажи, очень хорошо. И надо подумать, что бы разобрать. Урон. Стоимость 28 баксов. Так, грубый. 59, 58. Садовый серп. Охренеть, 81 урон. А у меня какой? Ну-ка. А у меня 79. Хм, забавно. Ладно, тогда давайте эту херню разберем. Разобрать. Да.
И еще что-нибудь надо разобрать, наверное. Такое еще слабенькое. О! Простой молот. Разобрать, да. Так, соответственно, подбираем ихнюю боягу. Не знаю, может она хуже даже, но... Сейчас не время проверять. Что лучше, что хуже. Так. Что-то я не понял. Ну-ка. А, вон оно что. Shit. Jade and I went looking for Antizin and found explosives instead. Now we need to get the hell out of here before Tahir comes back. Трущобы, братья и сёрства, чёрт, мы с Джейд искали антизин, а вместо этого нашли взрывчатку. Теперь надо убраться отсюда поскорее, пока Тахир не вернулся. Но по-любому сейчас он вернулся. Вот я выйду на улицу, вот я прям чувствую, что он вернулся. Это чё за хрен собачий? Весело. Прикольненько он лазит так. Ну чё, ночь походу. Гнать надо, гнать. Беги, Форест. Опять беги. You said we needed to talk about other options if we didn't find any antizin. And we will, but right now let's deal with these explosives, okay? Okay, listen. I'll give the explosives to Said and you talk to Rahim. Make sure he stays away from that hive. Will do. Don't worry. Don't worry? Right. Вернитесь в башню. В принципе, я бы мог остаться и в убежище, но я сразу побегу в башню. Вон опять этот хрен собачий бегает. Я же говорю, я раньше видел его уже. Какой-то он светящийся. Его хер догонишь вообще. Зато он, я так понял, меня очень быстро догонит при желании. Так, есть тут что-нибудь в зданиях в этих? Не, ну было бы хоть какое-то время, когда вообще зомби нету. Ну хоть, чтобы какая-то отдушина была. Пусть это будет 2 часа, чтобы хотя бы просто по городу походить, пофармить шмотки. Ну, полутать точнее. Но я понимаю, что... Блин, еще мискликнул. Матрен. Залазь уже. Короче, мискликнул, зомби привлек. Ну ладно, ничего страшного. Испортил один коктейль. Я уже не первый раз мискликаю. Один раз больше, один раз меньше. Ничего страшного. Так, а что так темно-то, ребятушки? Хрена себе, у вас тут уже оборона. Почему ты синим горишь? Крейн. It is Крейн, yes? Let me give you some friendly advice. Sure, even though I don't think we've met. My name is Ibrahim, but that is not important. What is important is that you may find yourself dealing with a man called Tahir. Yeah, Rice's second in command. What about him? I was unfortunate enough to share a cell with Tahir for a number of years. The kind of prisons we have here. Much of the time, once you are locked up, you do not ever walk back out into the sunlight. But Tahir survived behind bars. More than that, he thrived. And he did so by unleashing a kind of brutality one sees among wild animals. Once, a group of 5 men fashioned knives out of toothbrush handles and surrounded Tahir. They meant to overwhelm him and cut his throat. Tahir took 2 of their knives away. With a blade in each hand, he was like a bear, slashing and gouging and ripping. He damaged their bodies so badly, they had to be identified by dental records. Jesus. Rice is brilliant and cruel and twisted. But exercise just as much caution around Tahir as you would around his leader. He is a beast. In the shape of a man.
Ну, спасибо за предупреждение, что ж. Давай, special deal, мне продать там до хера что надо. Так, нож крюк, это который... простой молот. А с каким я-то ходил? У меня же там какая-то была тоже... Так, электрическая это... Ой, вспомнить бы, как у меня называлась эта херовина, с которой я-то ходил. Ну-ка, отвянь. Тап. Вот она. Ключевой поцелуй. Сейчас главное его не продать, этот поцелуй. Так, нож-крюк. Это я оставляю, конечно же. А где этот ключевой поцелуй-то? Я вообще здесь не вижу. Простой молот. Ладно, давайте это все продаем. Так, электропроводящая жидкость. Понятия не имею, что она дает. А, все ценности продать, окей. Так, давайте посмотрим, не продал ли я этот поцелуй. Нет, не продал. Я, получается, оставил винтовку и этот поцелуй. Типа дикий. Ага. Так, ну-ка. И инвентарь, нож, крюк. А... Взять, окей. Так, что у тебя можно купить? Генна. Полицейская дубинка тяжелая. Ох, ни хрена себе урон-то. Вырубная кувалда. Да, мощно, мощно. Ремонты 0 из 3. Урон-то не маленький, кстати, 116. Садовый серп 106. А у меня у этой херовины сколько урон? 71. Но то, что она еще и сломана, 71, может выше, когда починится. Или может у меня такой был урон? Хер его знает, не помню. Давно это было, не могу починить. Так, жестянка, аптечка, взрывпакеты, металлические детали, марля. Для металлических гранат и бомб. Еще ее можно козу покормить. Так, обычно постарайтесь не смешивать с аммиаком. Хорошо. Постараемся, конечно. Постараемся не смешивать. Так, это купил. Аптечки. Ага. Так, ну все вроде. Давайте еще, знаете, куда сходим? Вот к этому хранителю. Так, что у тебя есть? Короткий рыбацкий нож. Изолента, отмычка, тра-та-та-та-та. Взять. Ага. Вы можете создать новый предмет. Что я там могу создать? Циркулярная смерть. Охренеть название. Так, ключевой поцелуй. Это вот который у меня. 65 урон. 65. А там продаются и помощнее штуковины. Разобраться и при этом дать ему понять, что пули от... он недостоин. Кстати. Шокер. А это что такое? Всякое надо считать, просто сжечь врага. Но нет, теперь вы можете еще и поджарить ее. Не отказывайте. Зажигалка. Электропила. Рваная, а потом... Заверните. Давайте крафтанем шокер. Мне просто интересно, что он делает. Он по-любому хавает батарейки для того, чтобы это работать. Так, давайте спустимся, короче, отсюда. Выйдем на улицу и посмотрим, что это за шокер. Так, шокер. Он, наверное, стоит у нас здесь. Фонарь. Так, все спокойно, отлично. Так, нажимаем И. Тра-та-та-та-та-та-та.
Так, не понял, а где шокер? Военная винтовка. Короткий рыбацкий нож изменено. Ну-ка, что за изменено? Вот это шокер? Ты издеваешься? 28 урона. Я-то думал. Блин, да это херь какая-то, реально. 28 урона, вот че издеваешься? Это надо чинить. Так. Где там ты, торговец? Торговец, иди сюда. Я к тебе еще раз пойду. А, так, 28 урона. Это ж вообще жесть какая-то. Я думал посильней. А, полицейская дубинка. Урон 84. А, есть маза купить вот эту херь. Стоит или не стоит? 116. Обращение. А что такое обращение? Понять не могу. Обращение. Когда показатель лучше? Интересно. Какой лучший показатель? Больше или меньше? Обращение. Может, это скорость атаки им? Типа. Хер его знает. Так, полицейская дубинка. Тут тяжелая вырубная кувалда. Пофиг, покупаем. А, матрен. Или... Давайте еще вот так купим. Короче, затарились по полной. Создать новый предмет. Конечно, могу создать. Так, выходим отсюда. Easy. Так, хорош. Чертежи. Коктейль Молотова. Так. Светомузыка. Нет, светомузыку мне не надо. Мне надо взять эту дубинку. Где это? Получается, инвентарь. Стоило, не стоило вообще покупать именно две эти штуковины. Посмотрим. Я просто на всякий случай, что опять начнется какая-нибудь хераловолга. Что я не смогу что-то там заменить, что-то там сделать. Так, это шокер. Это что, дубинка такая? Реально дубинка. Прикольно. Охренеть ты машешь. А, получается два удара и все, ему отдыхать надо. Ну все, не зря я, короче, взял, соответственно, дубинку полицейскую. Так. Ну вроде на этом все, да? Сейчас поднимемся тогда на лифте и сделаем паузу. Остановимся на этом эпизоде. Он и так уже затянулся. Jade called me. She's taking the explosives to Saeed. She wanted me to talk to Rahim about the volatile hive and how she wants him to stay the hell away from it. Башня, братья и сестры, со мной связалась Джейд. Она везет взрывчатку Саиду. Еще она просила меня поговорить с Рахимом о гнезде прыгунов. Она хочет убедиться, что он не полезет туда. Что ж, благородное дело в самое гнездище прям залезть. Так, ну на этом все, в принципе. С вами был Алексей, он же Crazy Life. Это что, вертолет? С вами был Алексей, он же Crazy Life. Всем позитива. Подписывайтесь на канал. Обязательно ставьте лайк. Ссылочка будет на плейлист в описании под видео. В общем, всем хорошего настроения, удачи и пока-пока.